В Магадане построят новый водовод. Проведут его от мучных складов до микрорайона Пионерный. Протяженность более 3 километров. Реализуют в рамках национального проекта «Чистая вода». Компания «Комтранс» начала работу в июне. На данный момент процесс находится на подготовительном этапе. Находимся на этапе подготовительных работ и копаем траншею для прокладки трубопровода. Ну, если в процентном соотношении, скажем так, порядка 10% от общей массы. Предварительно укладываемся, да, по сроку. У нас сдача в октябре, если не ошибаюсь, в 20-х числах. Согласно календарного плана идем по срокам. Строительство начали еще в прошлом году, поскольку старый водовод отслужил более 60 лет и, по словам экспертов, обеспечивать хорошей питьевой водой население не может. На данном этапе на объекте задействовано 4 единицы техники на земельных работах. Укладывать трубопровод и обустраивать колодцы будут рабочие вручную. Организация ресурсная, у них как бы все есть. Деньгами по выполненным работам мы полностью обеспечены, поэтому мой визит сегодня как раз связан с тем, чтобы было выполнение июльской в рамках тех графиков, которые есть, это 15 миллионов рублей, они их должны освоить и дальше двигаться, не останавливаться. Все материалы у подрядчика есть, поэтому я надеюсь, что вот эта проблемная нить водоснабжения микрорайона Солнечный от Пионерного будет все-таки закончена в этом году, и мы получим надежный и чистый источник водоснабжения. Может быть, даже это и повлияет и на качество питьевой воды, которая поступает в дома жителей микрорайона Солнечный. Готово уже 1000 метров траншей. В июле должны прорыть еще 600.